наше время в Латвии, как никогда, много нуждающихся семей. Одна из таких семей живет в доме за моей спиной. Елена Преева, мать двоих детей, хотя теперь уже одного, потому что трехлетний Витя умер от рака в начале этого года, осталась дочкой Сабиной, которая в свою очередь страдает от иммунодефицита. Из-за того, что мать с дочерью большую часть времени проводят в больницах, их финансовое положение стало крайне затруднительным. 9 месяцев я с сыном пролежала в больнице. Пытались лечиться, пытались, как бы все. Сначала очень тяжело было, очень. 5,5 месяцев мы пролежали в больнице, не без выездов абсолютно. Потом получилось так, что мы сдали анализы, и мне сказали, что нужна пересадка мальчику, что иначе никак. Другого способа нету, чтобы его поднять. Ну, мы согласились, все в порядке, как бы были, все, нам подыскивали донора, искали. Донора нашли довольно-таки быстро, благодаря врачам нашим. Вот. И потом получилось так, что в конце концов нас пустили вот на Новый год. Мы 2 недельки дома отдыхали. А в какой больнице это было? Это в детской республиканской больнице, в 20-м отделении. Это онкологическое отделение, очень тяжелое. Когда я туда попала, мы, конечно, вообще не представляли, что это такое. Я сама, в принципе, не знала, что за диагноз, с каким диагнозом мы поступили. Все получилось буквально в течение 3 дней. Ну вот потом, ну вот пересадочку как бы сделать нам нужно было, все документы готовились, все шло нормально, и потом в конце концов мы приехали в больницу после праздников, нас на 2 недельки на Новый год домой отпустили. Это последний Новый год был, да? Да, это был последний Новый год, нас отпустили домой, все как бы шло идеально, и он как бы даже незаметно по нему было, что у него какие-то жалобы, он так хорошо себя чувствовал. И в конце концов мы после Нового года поступили в отделение, начали сдавать все анализы, оказалось, что раковые клетки у нас стали очень агрессивными. Конечно, картина была страшная, у меня не было, я очень переживала, было плохо, конечно, потому что все 9 месяцев борьбы, это было очень-очень-очень ужасно. Очень ужасно. Был такой вариант, что я не была. И врач, когда с реанимации вышла с нашего отделения, она сказала, что сейчас она все подключит, как бы все будет нормально. И я тогда вообще как бы расслабилась, что серьезно ничего не случится. Что его там поддержат и все будет в порядке. Ну, это в конце концов оказалось. Это вот на фотографии, да? Да, это его фотография. Вот эта фотография как раз в больнице. Просто я попросила, чтобы ее сделали, ее отделили, там я его держу на руках. Вот, это как раз фотография в ноябре месяце сделана, перед тем, как нас отпустили домой. А вот там фотография наверху его, но это я тоже увеличила. Это мы делали в сентябре месяце на паспорт, загранпаспорт, чтобы улететь на пересадку. Это вот-вот. И вот в январе он умер, 31 января, в 3 часа дня. И в марте бы ему исполнилось 4 года. Что она уже с мужем как бы дома, и он за ней здесь, да, он тоже перестал работать, потому что мама у меня тоже очень плохо себя чувствует, она больной человек, она инвалид тоже, и у нее и сахарный диабет, и с сердцем, и с ногами, ну, то есть там тоже болячка на болячке, можно сказать, очень плохо себя чувствует. Она у меня тоже у нее Неймиген-синдром. Если расшифровывать, то организм не вырабатывает иммунную защиту иммунитета. То есть противостоит всему. Поэтому я за них каждый раз, как не дай бог, заболеть что-то там, если что-то там где-то лишний денек дома поддержишь. Ну, вот у Вити младшего, у него вот это, иммунитет был покрепче. Сабиной тоже мне уже с 3 лет говорили, что она не выдержит, она не выкарабкается, там, если, не дай бог, что-то она подцепит, там, может, последствия всякие идти. Ну, и тоже вот как раз в апреле месяце, после вот смерти Вити, весной мы с ней проходили комиссию заново. ДЭК ходили, вот, брали все справки, проходили всех врачей, и у нее это самое... Тоже вот ходила к иммунологу, и она сказала, она мне уже давно говорила, она когда даже иммунолог, когда я с Витей попала в онкологию, когда она об этом узнала, она сразу пришла и сказала, навряд ли, потому что он был в тяжелом состоянии, у него вся шея была вздута, ему было тяжело дышать, и ну, когда ему сделали первую химиотерапию, у него как-то все это, ну, осело, и шея прошла, и все как бы немножечко стало ему полегче. Ну, это большая вероятность, говорят, что у него может быть то же самое, поэтому я уже боюсь, и... 80% в принципе у нее того же самого.
что может быть в любой момент. Поэтому мне сказали, что мамочка не расслабляется. Я говорю, а вообще укрепиться может этот иммунодефицит? Она сказала, ну до 16 лет точно никаких изменений не будет. А там, может быть, она будет постарше, что-нибудь в организме поменяется. Ноября кафе «Дертидил» пройдет культурное мероприятие, деньги от продажи билетов которого пойдут в помощь маленькой Сабине. Мероприятие включает в себя моноспектакль «Дранкопера» и выступление некоторых рижских музыкантов. Могут ли подобные мероприятия произвести должный эффект и оказать какую-то пользу? Pilnīgi noteikti tas nesīs kaut kādu labumu. Un ja mēs tā nedomātu, mēs to nekad nedarītu. Šogadījumā varbūt tas ekonomiskais devums, ko mēs varam dot šai ģimenei, viņai nepalīdzēs izkļūt no tās situācijas, kurā viņa ir. Bet šis ir arī veids, kā pievērst sabiedrības un arī mūsu skatītāju uzmanību tām problēmām, kuras ir mūsu līdzcilvēkiem. Nu, ja praktiski uvieram, šo tā kā būt, tamu, šo... Несмотря на смутные тяжелые времена, казалось бы, люди, в принципе, достаточно отзывчивы и хорошо реагируют на подобные акции. А вы рассматриваете возможность того, чтобы продолжить такие акции, вообще в серию какую-то воплотить? Да, Миша, 6 декабря наши соседи Симфонет Риги, они тоже делают какую-то акцию. Еще конкретно не знаю какую, но мы хотим... корпорируется с ними и делать как-то, чтобы и вместе совместно, вот, да, с ними. Они там и здесь, каждый своя тема, но лабиринт после этого. Вот еще. Так что я думаю, будет обязательно. Любой пришедший на это благотворительное мероприятие окажет помощь семье приевых. Таким образом, это отличная возможность совместить приятное с полезным.